Об игре думали, приехали все сфокусированные мысли на игре. Готовились, потому что ну, сегодня утром без раскатки. Надо было хорошо размяться, подготовиться. В первую очередь, по моему мнению, надо было хорошо подготовить голову к игре. Да, стандартная была подготовка. Тренера объясняли большинство-меньшинство. Состав показали, я не знаю, размялись, поиграли в мячик, вышли на игру. Все было штатно. Выигрываем в брасы, пацаны. Вот там есть рисунки, опять же, и договариваемся. Ребята, вот смотрим моменты. Россия что-то перед брасом что-то сидит, мы такие подъезжаем, вот это договариваемся. Центральный нападающий опять расставляет народ и договариваемся, что кто что делает. Понятно? Все, пацаны, готовы? Короткий, единоборство подставляем, ребят, как в атаке, так и в обороне. Как в атаке, так и в обороне. Все заряженные вышли, и Сияние, и мы, и как бы была хорошая борьба, и у нас было сегодня движение хорошее, как-то мы поувереннее, как-то более умно, наверное, играли в первом периоде. И, ну, создавали какие-то моменты возле чужих ворот, опять же. И в отличие, наверное, от того, что говорят, что мы их реализовали сегодня. То есть, ну, забили одну, забили вторую, и как бы двигались поувереннее. То есть первый период такой был равный. Пинчук, неплохой перевод, есть бросок Мороза, и первая шайба 1-1, браво! Ну, начали не очень, пропустили первое, потом собрались, реализовали свои моменты, немножко так переломили ход встречи, повели в счете, закончили первый период хорошо. Салыга, пас еще один, будет бросок, передача, 2-1! 2-1, сборная Беларуси выходит вперед, Виталий Пинчук. Игры через день. Как бы такая непростой график, и надо было отдохнуть, поэтому в раздевалке ребята все отдыхали, там где-то что-то друг другу подсказывали, а так в основном тренер давал установки. Первый игрок сейчас, ребят, первый игрок. Не надо в глубину. Вот здесь, но мы вот этот пас через середину. Катаются, пацаны, не идем в глубину. У них защитники вообще не двигаются. У нас идут первый игрок, второй, третий. Они сейчас постоянно будут трое здесь. Первый отсюда, пацаны. Сразу раз, два, тропуем, да? Понятно? Работаем, ребят, давай. Постоянно двигаемся. Помогать блоки делать, ребят. Блоки везде помогать. Как в зоне атаки, так и в зоне обороны. Да вышли, в принципе, неплохо себя чувствовали, но соперник, опять же говорю, закрывал нас в зоне в своей, накладывал смены, и из-за этого ребята закислялись, было тяжело уже как бы играть там моментами, когда на защитники и по 2 минуты не выходили со льда. Как бы вследствие этого пропустили второй гол. Вот так вот. И потом уже, по-моему, в меньшинстве мы пропустили третий. Ну, удаление в начале вот такое было, скажем так, повлияло на второй период лично для меня. Ну и, наверное, для команды. То есть переиграли смену. Там не вывели раз, не вывели два. Пропустили гол ненужный. Как бы сравняли счет и как-то так опешили, наверное, немножко. Так, сдали назад, хотя надо было как бы продолжать уверенно гнуть свою линию и искать моменты в чужой зоне. Мы как-то усложняем игру на синей, на своей, на чужой, все пытаемся кого-то обыграть, там, себя, я не знаю, чужого, клюшку. То есть много лишнего делаем и из-за этого привозим какие-то моменты себе. То есть надо было действовать попроще. Yeah.
тренер зашел, сказал, что нужно сейчас продолжать работать, играть более активно, идти в прессинг и стараться забирать шайбу в зоне соперника, когда они еще не вышли из зоны. Тем самым создавая моменты и постараться сравнять счет. Простота сюда-туда. Если какой-то передача сюда или идет, просто подставили и побежали. Просто подставили и побежали. Все, пацаны, двумя, агрессивно. Давай. Много меньшинства, опять же, переигрываются смены у кого-то. Кто-то больше играет, кто-то меньше. Это везде так нормально, то есть надо с этим справляться. То есть, ну, силы были, но, опять же, чего-то не хватило. Простоты, может, напора какого-то, злости. Сложно сейчас, походу, говорить, но не хватило. Ты дисциплину подвела? Поднимался, вот момент не получился такой. Неудачный, получили 4 минуты большинства. Соперник мастеровит реализовал 2 из 2 и счет стал 2-5. Дальше уже начали играть более открыто, хотели что-то создать и реализовать какие-то моменты. По итогу получили еще 6. Я не буду говорить, что вот сегодня мы сыграли лучше, чем там позавчера или когда-то. Нет, мы проиграли. То есть хоккей тут выиграл или проиграл, другого не дано. Поэтому проиграли, значит, сыграли плохо. Значит, не сделали, что нужно. Поэтому, когда выиграем, тогда можно сказать, что да, вот мы сыграли лучше. Сегодня, я считаю, мы не сыграли лучше. Можем играть с этим соперником, нужно просто выполнять правильные действия, не бояться играть, потому что... Нету там ничего такого сверхъестественного, что нету в нашей команде, поэтому я думаю, на Минской арене болельщики нас поведут вперед и сыграем такую игру, которая им понравится тоже. В Минске, да, вот одна игра осталась, конечно, важная, понятное дело, надо выиграть. Ничего не выиграли в России, надо в Минске выиграть, логично.